Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, это устройство Motorola One Macro. И сейчас я покажу вам, как на этом девайсе войти в режим Recovery. Итак, для начала нужно нажать и удерживать кнопку питания, затем нажать выключить. После того, как телефон вырубится, нужно нажать и удерживать кнопку уменьшения громкости и кнопку питания. Отлично. Мы с вами попали в режим boot-меню, да, boot-loader mode, если можно так его назвать, точнее. Теперь нажимаем на кнопку уменьшения громкости до тех пор, пока не дойдем до пункта recovery mode, до вот этого вот пункта. Затем нажимаем на кнопку питания и ждем, пока не увидим лежащего робота, собственно, этого вот. Итак, нажимаем теперь и удерживаем кнопку питания, нажимаем на кнопку увеличения громкости и отпускаем ее. Затем отпускаем кнопку питания. Отлично, мы с вами в режиме recovery. Вот и все. Теперь для перемещения в этом меню используем кнопки уменьшения и увеличения громкости, а для подтверждения какого-то из пунктов, то есть для выбора его, нажимаем на кнопку блокировки, кнопку питания, вот эту вот. Ну, в принципе, самый первый пункт — это перезагрузить телефон, я его и выберу. Для того, чтобы телефон перезагрузился, ну и подожду, покажу вам, что телефон включился, ничего с него не сбросилось, все с ним в порядке. Вот и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь. Пока.